Ну вот, пришло мне вот куча заявок сегодня в друзья. И что меня больше всего удивило сейчас, вот заходим, Елена Ярлых, 148 общих друзей. Так, что мы тут видим? Личный риэлтор. Угу, понятно. Срочно продаю квартиру, 8 этажей. Угу. Дальше. Везде написан только номер телефона. Комментарий не оставить, ни сообщений не написать. То есть для таких вот, как я, которые не любят звонить сразу, ну это реально просто отсеивание клиентов. Даже не отсеивание, а отпугивание клиентов. Ну и как вот таким риэлторам, как с ними связываться? Только по телефону? А вот я не хочу по телефону. Я хотел бы написать, узнать, спросить. Или в комментарии хотя бы оставить отзыв. Ну, все. Ну, это как раздавать визитки, где не написано адрес и номер телефона. Вот так вот. Может быть, ей так интереснее, конечно. Может, это бот? Ну, бот навряд ли, потому что ты 1716 друзей у нее. У бота максимум там, ну, сотка может быть. Хорошо, До ты биоробот. Так себе биоробот. робот. Не, ну тут номер телефона-то указан. Цены тоже все указано. Но куда написать? Ну, возможно, она любит только по телефону общаться. А если ее телефон не всегда доступен? Сообщество какое-то И что есть? ты вот, предположим, ты в 12 часов ночи нашел ее ВКонтакте. Ты же не будешь в 12 часов ночи звонить. А в следующий день ты Ты просто можешь потерял забыть, эту да. информацию и вообще забыл ее и ушел куда-нибудь в дебри. Ну и так 50, да даже и 70% клиентов отсеются. Ну вот так вот люди работают. Ладно. Разборы от Владимира продолжаются.